Многие жители и гостей города, проходя мимо парка 40-летия Победы, могли заметить ребят с военной выправкой, автоматами в руках и невозмутимым видом несущих вахту памяти у Вечного огня. Несмотря на холода, ребята и сегодня на посту. Их вахта приурочена к проведению краевого месячника военно-патриотической работы. Обоз шагом! Марш! Развод отработан до мелочей, ведь его репетиция для ребят – это чуть ли не ежедневные занятия. Самое сложное – это сохранять невозмутимость на лицах, быть как почетный караул у стен Кремля. В день воинской славы 2 февраля, когда вся страна вспоминает о снятии блокады Сталинграда, честь нести вахту на посту номер 1 выпала воспитанникам казачьей школы номер 16. Караул состоял из 5 человек. Разводящим на этот раз был выбран круглый отличник, семиклассник Андрей Михиенко. В нашей школе это очень почетно, и каждый этого хочет. Но к этому, естественно, надо стремиться. Но честь такая выпадает не каждому. Для того, чтобы тебя выбрали нести вахту, нужно очень много трудиться. Каждый день и не только в военно-прикладных дисциплинах. Хорошая успеваемость, чтобы им занятия военно-прикладными вещами, чтобы они не мешали им заниматься по их основной работе, по учебе, то есть. Во-вторых, конечно же, их хорошая физическая подготовка. Выставление на пост человека является для него каким-то видом поощрения. У ребят на посту очень интересная форма. Это утепленная зимняя казачья форма, в которой не страшен мороз. А автоматы, которые ребята держат в руках, это настоящие автоматы Калашникова, только выведенные из боевого состояния. Караул сменяется каждые 15 минут. Пока пара будущих защитников Отечества стоят на посту, двое других греются в здании городского дома культуры. Арсений Савицкий, восьмиклассник 16-й школы, уже во второй раз несет вахту на посту. Он говорит, что особенных мыслей во время караула нет. Но все же, стоя у Вечного огня, вспоминаются те люди, которые всех себя отдавали общему делу – защите своей страны в военное время. Первый раз думал о дедушке. У меня ветеран труда, на заводе был, снаряды делал. Вот вспоминалось. Традиция выставлять пост номер 1 в парке 40-летия Победы была заложена еще 5 лет назад. И скольким девчонкам и мальчишкам выпала честь его нести, сосчитать сложно. Только с начала текущего учебного года у Вечного огня несли караул порядка 200 человек. И впредь каждую пятницу и в Дни воинской славы лучшие из лучших девчонки и мальчишки будут свято хранить память обо всех воинах, павших в боях за честь и свободу своей родины. Мария Горошкова, Георгий Калинин. Программа «События».